Всем привет, с вами снова я, Том, и мы продолжаем лазить по Мохаве. Сегодня чем мы займемся? Сегодня мы займемся, наверное, пошлемся по лагерям. Так. Ля-ля-ля-ля. Подрывников. И немножко помочь ему. Почему бы нет? Кстати, не могу понять, почему исправительное учреждение НКР мы же все-таки зачистили его, а тут все-таки еще кто-то остался. Непорядок вообще. Еще мне интересно, что мне делать с этой винтовкой, с автоматической. Где брать мне в дальнейшем оружие, полицейский пистолет. Блять, я ж тебя выложил. Вот беда-то. Ну ладно. Пойдем шляться по пустоши. Пойдем передвинуть. Пойдем туда. Может, найдем кого-нибудь. Блять, это же похоже на... Хер знает. Это дрезина. Это точно однозначно дрезина. Волки ебаные. Скопились тут, суки. Ай, мина. Извини, парень. Так. Танцуем. А с кем танцевать-то? Все уж склеились. Все, что-то как-то уж слишком быстро, подозрительно быстро, я бы даже сказал. Так, интересно, влезем? Да влезем. Как-то уж больно просто мы с ними расправились. Получили карму. Заберем. Блять. Блять. Динамит его всегда хорошо покупают. Бритву. В шопу бритву. Ну-ка. Работает ли это? Хм, отлично, работает. Динамит, бутылочная крышка, полицейская дубинка. Чипсы в шопу, это все. Так, за объяснение сказано. Некоторые ребята на севере хотят создать организацию. Мы начинаем думать, что идея неплохая. Нам нужно действовать сообща, если мы хотим выжить. Думаю, и ты замечаешь, что путешествовать стало... А путешественников стало меньше, если они... становится умнее, надо поумнеть и нам. Ну да, карма испортилась. Нехорошо. Бог убивать убийц. Скорпионий штиль, что-то не очень. Звучит лагерю. Я думаю, что-то интересное. Так. Насколько далеко перец-то? Ну-ка мы в депо переместимся, оттуда двинемся. Надеюсь, в депо нет никаких уёбков. Блять, я, по-моему, был в этом депо. Угу.
Надо бы ножку починить. Мне кажется, или... Блять. За мной начали намного чаще бегать. Мне кажется, это не кажется. Слышу, что стреляют, но где, откуда, почему, не ясно. Блять, они детка сейчас прикончат. Мочи их. Не дать ему уйти. Пиздец твоей ноги, пидор. Хромай, падла. Играем в полицейских. Вот он его шпигует. У меня есть какие-то другие патроны. Чё ж это за патроны-то такие? Тарелки какие-то навязаны. Вы совершенно здоровы. Чё ж мне там... А, на 5, блядь. Чуть весь бой не слил из-за этого. Возьмем, если что, каску починим. Да ладно, это типа отсюда его видно, что ли? Охуеть. По-моему, там какие-то голодранцы еще лазят. Вау, что здесь тряслась? А. Все, я теперь понял, что произошло. Это, короче, эти кретины нарвались на толсторогов. Собой как раз используем по назначению. Честно, кто-нибудь еще остался? Мне кажется, уже нет. Пашка катится калачиком. Причем, по-моему, в гору. Блять, она реально в гору катилась. Без горы. Блять, да и весело там вообще без нас. Она, похоже, вообще в путешествие собралась. Ужас какие, блин. Ай, ай. Детка плакоцал. Какой-то супер бомж вообще был. Кстати, мне не показалось. Эти решили все-таки обняться. Выкидной нож, динамит, симулятор. Понятно. Патроны еще. После бритвы. Шлем бойца, бутылочная крышка. Только одежка. Подрывнику, блядь, это одежда, это не назовешь. Берем. Заберем. Да не густо, блядь. Судя по тому, что у них там скелет валялись, наверное, еще и человеченка не брезговали.
куда двинем теперь? Блять, это же через гору. Ну ладно. Блять, до следующего уровня вообще стрелять и стрелять. Хуя сидят топят. Жалко, что здесь как в Скайрим нельзя по горам путешествовать. То есть правительная хуйня НКР, конечно, блядь, не в лучшем состоянии, я бы сказал, блядь. Так, пост рейнджер в Чарли. Переместимся сюда, оттуда пройдемся. Я хочу, чтобы хоть часть карты открыта была, а то это вообще какая-то сраковина. Отлично. Опять не в ту сторону идем. Вообще не в ту сторону. Блять. Фу, гадость-то какая. Блять, их там еще. Сколько их у вас там, блядь? Тримакурские. Ладно, убьем всех. То они будут без него скучать. Или там волки? Там волки! Не будем никого убивать. Оставим волков в покое. Так. Ты чё, надо влезть в гору? Блять, ну ладно, полезем. Давай. Где там, да где там? Понятно. Дед к успеху идет. Так, мы скарабкались на гору. Это, конечно, все супер, но мне нужно немножко другую сторону. Может, там проходик какой-нибудь будет. Так-то вроде мы все еще поднимаемся. Блять. Все бы ничего. Вот игра супер, но вот горы, блять. Горы они доканывают. Все, похоже, это приделал. Блин, придется оставить этот район пока в покое. Дьявольская впадина, пещера Good Springs. Отправимся в какой-нибудь край. Котвуд, что это такое вообще? Что это за место? Почему я презренный там? Ну-ка. Напомним-ка себе. Почему же... Там, да, какие-то хижины, там какая-то хуйня. Ладно, пойдем туда. Надо открывать максимум локации, а потом уже, блин, у квеста проходить, а то это жопа такая будет. Потом лазить по этим горам, пытаться найти кого-нибудь. Где-то он молодец.
а где-то не очень. Высота, корпус. Отлично, высота, я понимаю, конечно, вот. Суть-то в чем ты локации? Грузовик, это, конечно, ништяк. По-любому там в нем что-нибудь есть. Похоже, это что-то. Это, что... Если открыть дверь, бочки с... Ладно. Немножко на пакосничерину. С кем не бывает. Блять, что радиация-то столько. Тирадинчик. Пиздец, до сих пор фонит. Интересно, какая же радиация в этом, в лагере? Пойдем, какой-то лагерь там, блядь. Все обойдем. Так что-то тут как-то все пожелтело. Кстати, вот с Буном быть снайпером намного в разы, в сотни раз легче. Потому что он постоянно подсвечивает цель и вообще ништяк. То есть, блядь, кто-нибудь выбегает, и сразу понимаешь, что это враг, начинаешь по нему палить. Дедок пока... Ты еще что за хуйня? А, дикон. Я же спокойно пала. Следующий уровень. Так, без оружия, бартер, скрытность. Пусть будет скрытность. Так, теперь что взять, конечно, это как всегда супер вопрос. Барахольщик. Если вес вещи, вещицы 2 или меньше, смелость делить его пополам. Типа, всякая хуйня мелкая больше помещается. Прикольно. Плазменный привет. Так. Здесь при использовании плазменного оружия, включая гранаты, снижается. Как это всегда сложно. Защищая робот, вам стал проще владеть строй, разбивает на части, шанс критичку попадает робот. Так. Возьмем бдительность.
осторожно. Что осторожно? Что здесь вообще может быть-то? Понятненько, собачка не просто так лает. Фига себе, ты Райули и подстрелил эту дрянь с такого расстояния. Кстати, где он? Куда теперь-то двинуть? Смит мясо какая-то, блядь. Курорт Блю Парадайз. Губай мечта. Скучно вообще. Врагов мало. Где-то его нахер свалил. Башка только так и отлетел. Озерник, блядь. Невнятная хуйня, блядь, не озерник. Блядь. Блять, там их еще дохуя. Да, эти парни стали намного легче. Мне кажется, вообще по сравнению с третьим они стали намного легче. Топленный дом на берегу. Бутылка из пациента со спарива. Телефон, шкаф, диван. Шире ничего нет ценного. Сразу стрелили конечности. Это что-то вообще какая-то жесть. Блять, столько непонятных мест вообще. Что? Забор? Да ладно. Да, забор это уже слишком. Зерников. 5 штук. Ебать. Кто бы мне сказал бы, когда я проходил третий Fallout, что
Так, мы в это же заходили вроде, да? А, бутылка Санта спарился со звездой. Что, когда я буду проходить Нью-Вегас, я буду мочить этих озерников направо и налево. Я бы не поверил. Вообще ничего нету, ясно. Здесь какой-то стол, но почему-то флоп шарить не получается. А заинтересовала меня, кстати, подводная лодка. Самолет мы подняли, это, конечно, супер. Вот подводная. Или это не подводная лодка? Что это, блять, просто катер. Сука. Я-то надеялся, что хоть что-то, блин. Какой-то кратер ебаный теперь. По-любому, что-нибудь с пришельцами, блин, связанное. Пиздец, до него чихлить. Сначала сгоняю лучше туда. Вообще никакой-то непонятный. Две могилы. Блять, надо лопату, блядь. Где взять лопату? Блять. Встали, блядь, пидорас. Ты, кстати, за них немало так дается. Что-то мне подсказывает, что нужно пройти по горе, блядь. Вот по вот этому выступу, что он неспроста тут. Но Fallout показывал, что я часто был ошибаюсь в такие моменты. Один из таких моментов, похоже, вступил сейчас. Что за место-то за такое? Как в него попасть? То есть в него вообще можно попасть? Тут же везде ёбаный забор. Похоже, что пока что нет. Чуть он убежал тут. Хуйня какая-то. Кратер, блядь. Что за кратер? Что там вообще может быть, блядь? Судя вообще по направлению, там, блядь, гора. А вот сейчас вот что-то уже более-менее похожее стало. Быть может, мы сейчас на этот холм залезем, и там какая-то дырка в земле. Нет, пока еще нет. Блять. Сука.
это уже точно где-то в горе, что-то на горе. Хуйня какая-то. Тут горы прямо перед нами прорисовываются. То есть как попасть-то, эй? Блять, куда ни пойди, одни горы, а? Скалолазанием тут, блять, опять заниматься. Чё? Наверх? Хочу, блядь, наверх. Как я там, блядь, наверх-то залезу, сука. Блядь. Понятно, там только, короче, откуда-то идти нужно. Лагерь Searchlight. Давайте, лагерь Searchlight. Блядь. Радиация. Аэропорт Searchlight, блядь. Блядь. Это, блядь, я поп... Отлично. Мне кажется, это турель. Вон чё, все ясно, что это такое. Только вот что там может быть, вообще даже себе не представляю. Блять, Рауль-то неплохо так стреляет. Сволка трейлер. Не помню, лазил я по ней, не вылазил. Так, понятно. Если даже не лазил, то лучше не лазить. Вовремя его. Пускай отдохнет. Блять. Туннель, охуеть. Это ты еще что такое, блин? Сохранюсь. Аэропорт, причем еще не растасканный. Ба, самолеты настоящие. Почему этим бомбистам не нужны эти такие самолеты, это интересно. Прикольный какой. Блин, он там с этими воюет. Ну-ка, инфо, карта местности. Ух ты.
Наползло-то, а? Типа это баки, наверное, топливные какие-нибудь сети. Биологическая угроза, бла-бла-бла. Что это такое, блядь? Все какое-то пропащее место. Интересно, в рубку-то можно попасть в это? Блять, у меня еще специальные патроны какие-то стоят. С обычным постреляем. 3000 их у нас уже. Девать некуда. Внутрь хрен залезешь, блять. Тоже, скорее всего, сплошной бомб, блять. Так и есть. Вообще локации какие-то, блин, одна другой хуже. Место крушения винтокрыла. А вот это, кстати, интересное место. Место крушения винтокрыла. Та фирма как раз где-то у чувака, типа родители с катушек слетели. Или обучились даже. Он обучились как раз, когда там типа на базе эти, блядь, съебанные легионеровцы открыли борщ. Там у него родители типа обучились и... Короче, так вышло. Господи, как их много-то. Рауль, ты бы спрятался бы, а? Я же тебе сказал, ты бы спрятался бы. Патронами беда. Откуда только эта армия роботов, блядь, вылезла? Давай ему чачу. Фу, как подлетел-то. Так, этот разлетелся. Этот не лучше. Okay, boss. Right behind you, boss. I'm glad you decided to off one of the most powerful men in the Mojave. Life was getting. Question, boss?
Ладно, надо собрать припас. Все же, блять, откуда они перлись? Сука, целая армия роботов. Ага. Теперь ясно. Они не перлись, они охраняли. Прототип Тесла Питон. Never been a big fan of gangs like the Fiends, boss. I'm glad they're gone. Блять, он неплохо сохранился, но вот только. Блять, что за Тесла хуй что-то там? Ну-ка. Что-то мне подсказывает, что сейчас что-то шарахнет. Понятно, неплохо. Бетон Тесла. Старый ядерный полигон. Охуеть, блять. Где я лазю вообще? Мне скоро так, блять, хвост вырастет. Жопа какая-то. Клип. Тесла Бетон. Понятно. Что такое-то? Вот этот выстрел, блять, башка насквозь, но он бежит, сука. Блять, такие радиоксины, что фонят, сука. Старый, блять, полигон. Ну ладно. Раньше потрошители были, кстати, реально опасны. Старый ядерный полигон. Денджерс, бла-бла-бла. Сука. Блять. Как же я их пролавлю-то? Блять. Какой-то супер светящийся гуль. Со всей, блять, округи сбежали, суки. Д.
Да, надо было подходить аккуратней. Пустые ящики. Так, там какой-то домишко. По-любому внутри что-то есть. Нахуй, бегом, блядь. Блядь, 9. Хижина, блядь, в жопе какой-то. Вот запись 3. Помощь давай, антирадинчик. Что же за запись 3, блять? Ух. До этого когда заходили, не так фанил. Разные. Дорогой смертничок, хорошая новость. Похоже, это начинает происходить. Я чувствую себя совершенно ничтожной. Ха-ха, будто это что-то новое. Начинает слезать кожу. Уверена, это первый признак. О, и мои волосы. Я наконец нашла нужный цвет. И тут они начинают выпадать. Но почему квалификация должна быть такой несправедливой? Понятно. Короче, это безумная баба хотела стать гулем, но не очень вышло. Тайная квартира легиона Цезаря. Блять, это они издеваются. Туда попасть-то, блядь? Тут везде, блядь, забор. Там, блядь, лютая радиация. Пошли нахуй, блин. В рот я ебал вашу там тайную квартиру. То по-любому, блядь, там сейчас припрёшь, скажешь, давай ключ, блядь, не откроем, сука. Тайной квартиры. Ебать, блядь, квартира, блядь. Старый ядерный атомный полигон, блядь. Давайте устроим там тайную квартиру. Чё за место? Охуеть. Так вот она где на самом деле. Нужен ключ. Конечно. Как скажете, блядь. Ладно, ребят, на этом, мне кажется, все недостаточно. Всем спасибо за внимание. С вами был я, То. До скорого, пока.